Дорогие ребята, здравствуйте! Конечно же, каждый из вас знает, что библиотека – это дом для книг. Недавно у нас появился новый житель. Нам его подарила сказочница Гюльзар Ибрагимова. Это очень интересная книга. И, конечно же, это подарок не только для нас. В первую очередь, это подарок для вас. Жил-был мальчик, кичал озорник, с бабушкой, дедушкой и маленьким котенком Мястан. Он был очень добрым, но не давал себя в обиду. Как-то раз в лесу повстречал он медведя, который решил полакомиться ним. Хитрому медведю удалось обмануть мальчика и проглотить его. Но кто же поможет нашему озорнику? Бабушка с дедушкой, охотник? Или появится неожиданный герой? Интересно? Тогда бегом читать. Эта книга очень красочная, задорная, веселая. Она обязательно вам полюбится и войдет в вашу домашнюю библиотеку. А на YouTube-канале «Сидели Дунья» вы сможете познакомиться с анимированной видеоверсией не только этой сказки, но и многих других.